Сегодня расскажу вам, как я делаю фаршированные перцы, очень вкусные, для тех, кто не умеет. Беру вот упаковку такого фарша из индейки. Ну, можно другой фарш, если какой вы любите. Здесь сейчас вот специально не показываю название, чтобы не было рекламой. Здесь 700 грамм вот в упаковочке. Вот. Добавляю я в этот фарш одну луковицу, нарезанную кубиками, и одну горсть риса, ну, немножко соли. Все это перемешиваю и делаю начинку для перцев. Затем беру кастрюлю, в нее добавляю половину кастрюли воды. Беру перчики, обрезаю вот эти вот хвостики верхние, и фарширую этим фаршем, набиваю туда полностью. Где-то получается, вот в моей кастрюльке на 700 грамм фарша 11 перцев. Ну, в принципе, достаточно для семьи, чтобы хорошо покушать. Ставлю на 40 минут вариться. Все это в воде, где-то вот примерно вот столько вот воды, половина кастрюльки. И все это дело кипит минут 40. Сюда же добавляю специи, 2 лавровых листа и укропа нарезанного. И 40 минут варим. Все, через 40 минут перчики готовы. Получаются очень вкусные, хорошие вот такие перцы фаршированные. Риса специально кладу не очень много. Всего одну горсть на 700 грамм фарша и одну луковицу. Потому что если положить много риса, то получится начинка в основном рис, один рис. А мы хотим, чтобы перцы у нас были вкусные и было много мяса. Поэтому получается очень вкусно и ароматно. Делайте, приятного вам аппетита!